Привет, ребята! Привет. Мы на канале Амир и Сабрина. Сегодня мы делаем Bowl Surprise Challenge. У каждого по большой кукле. Это третья серия Bowl Surprise конфетти. В конце, когда вы откроете этот мячик, у вас получится не только одна кукла, но конфетти. А игра заключается в том, что каждый, посмотрите, какая у вас большая коробка. Bowl Surprise Little Sisters. Маленькие сестры. И если вы получите, если вы найдете маленькую сестру в своей кукле, вы выиграете. Теперь открываем большую коробку и берем себе 10 сюрпризов. Ну, давайте, открывайте. Как много! Сабриночка, считай. 6. Так, ну что, посчитали по 10? У меня только 6. Ну, должно быть по 10. Ну, все, убираем коробку. 5, 6, 7, 8, 9. Еще один нужен. А у Сабрины сколько? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У меня еще одно достаточно. 10. А кого 10? Наверное, кого 10? Один упал из коробки в магазине. Так. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 9. Так, сколько у Сабриночки? Сабрины 10. 1, хорошо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 5, открывайте 5, теперь 5, 9, 10, 10, по большому. 12. Как 12? Что? Есть, у тебя 10. 1, 2, хорошо, 4, у тебя 10. Все, открываем 6, большой 7. Лол. Только большой лол. Первый большой, большой. Давайте, открывайте. У вас есть ножнички? Вы можете помогать ножничками. Давайте, да, дети, давайте. Открывайте. Сабриночка, помоги. Я выиграю это. Написано. Что там написано? Мама. Ой, написано. Батарейка. Это да, батарейка. Давай. Батарейка и звезда. Ух ты. Смотри, вот у вас молния. Вы должны открывать по молнии. Давай. Я. Ну, тут тяжело открывать. Ну да, они там так столько запакованы. Очень много layers. Я уже вижу, что лайки выражаются. Желтый. Я бы себе, наверное, выиграю. Да? Есть? Ну, да. Кто выиграет у нас? Я поиграю. Ух ты, Сабрина, как быстро стала открывать. Ничего себе. Что ты поиграешь? Я хотела выиграть. Видишь, Сабрина, как я выиграю? Убрали упаковку, сняли с лол и сейчас подошли к последнему этапу, чтобы открыть сам лол и увидеть сюрприз. Как хочешь, давайте, открывайте. Давай. Не знаю, что у вас попадется. Я вам сделала сюрприз. Давай. О, у тебя их там 2 целых попалось. 2 сюрприза вылетело. Очки, покажи очки какие. Ух ты, какие красивые очки. У меня тоже. О, у тебя сердечко. That's time. Because we have the same glass. У нас одинаковые эти очки. Это у нас не одинаковые куклы. Давайте я помогу. Посмотрим. Давай помогу. Смотрите, какой. А у меня крылышки, у меня крылышки. Вау, у тебя, может, ангел попался? Я не знаю. Смотрите. Смотри, как мы будем открывать. Вот они вот так. Ты крутишь и по одной штучке открываешь. А там лежит сюрприз. Давай.
сделаю, когда ты уже откроешь, потому что так неудобно открывать. Вот и бабки. Это ниточка для того, чтобы мы делали конфетти. Сначала ты открываешься. Давай, клади. У тебя ботиночки попали? Давай. Давай, открывай, открывай. Что у вас еще? A blast. Понятно. Так ты же вы еще не открыли? Молоко попалось. Молоко. А девочка какая у тебя попалась? Покажи, пожалуйста. У меня такая же девочка попалась. Красивая. Я назову женщину. А у тебя какая девочка попалась? Она Энджел. Ее зовут Энджел. Посмотрите. Вот бумажечки. Вот вам чика попался. Энджел. Так, ребятки, сосед. А у Сабринки? А Сабрин, покажи нам, какая у тебя. Нам не видно. Вот она. Go. Girl. Ха. Интересные. Ну давайте, одевайте их быстрее. Что у них? Какая одежда? Она на платье. Давай. Я не могу, что она стояла. Вот так? А ты ее потом на коробочку вот эту поставишь ножками, она будет стоять. Да, я же не поставлю. Только ботиночки надо одевать. Там, видишь, размер под ботиночки. Размер под ботиночки. Размер. Да, сначала ботинки одень, а потом остальное. Ну что, открыли, Лол? Давай, подожди. Что у нас? Какие куколки попались? Энджел. А у Сабрины Go Girl. О, какие красивые. Это лошадь. Давайте их посмотрим вблизи. Давайте. Вот они какие красивые. А у них что? Молочко тоже? Молочко. Называют молочко. Называется The Same. Да. Красивые девчонки. Ну что, теперь самое главное. Финальный процесс. Молодец, Сабрина, открывай. Да. Теперь у каждого по 10 шариков sisters. Самое главное, вам найти сестренку для вашей куклы. Ну-ка, давайте быстрее. Кому интересно повезет больше, а? Кто получит конфеты? Они у нас сладкоежки, конфеты так сильно любят. Нет. Не любишь? Не любишь? Я люблю M&M's. Ну, а M&M's это тоже конфеты. Сабрина любит Skittles, а Амирчик любит M&M's. Еще я сестрички люблю. Ну вот, кто найдет сестренку? О, молодец! Это моя кошка! Моя вот подсказки кошка. Так. Кошка, интересно, что там может попасться? Давайте, открывайте, посмотрим, что у вас попадет. Какая сестра? Как ее зовут? Розовая. Наверное, ее попадет. Я думаю, что это ее попадет. А я думаю, что это открывай, моя попадет. А, интересно. У меня тоже такая, опять. У меня тоже такая. Ух ты. Здесь. Так, а у Сабрины что? Еще упаковка. Ох, и много упаковки. Помоги, мама. Давай. Ух, Амирчик стильно открывает, как хорошо. Моя. Что я делаю? Молодец, давай, открывай. Так, кто Амирчик попался? Красивая. А что это? Сумочка. Подругай, мам. У меня что-то такое жесткое. Ну, открывай, какая сумочка. Красивая. Это сумочка для кого? Смотри, какая ему попалась. Ну-ка.
девочка, но... Ботиночки. Ботиночки. Самые новые, у меня старые попадаются. Мы открыли по одному маленькому лол. Кто у нас здесь попался? У нас попался маленький, хорошенький. Посмотрите, с какой соской. Называется Little Foxy. Ой, Сабрина такая большая тоже. И вот у нее ботиночки. И сумочка. А у Амирки попался, вон, посмотрите, какая попалась школка. Snuggle Baby называется. У нее книжечка называется Dream. Медаль. И какая-то шапка для сестры. Но, к сожалению, нам еще не попалась маленькая сестренка для этих кукол. Поэтому продолжаем открывать. Пока еще никто из вас не выиграл. Но у нас еще сколько? У меня шарик. О, Gold! У меня Wow! Gold! Вот у меня что? А это, ну-ка, что там за подсказка? Медаль, это медаль? Медаль? Ну, это может быть такой... И ханкука! Вау! Окей, давайте. У Сабрины золотой шар попался. Вау! У Сабрины спешл. Я думаю, нет, но это золотой, он попадается очень редко. Один на всю коробку, и Сабринка тебе попался. Это не розовый. Сабрина открыла золотой лол. У меня тут два сестерс. Амир, что у тебя? Розовая пятка. Розовая пятка, что золотой попадается очень редко. Молодцы. Давайте. Что там про интересно? Попадется вам что-нибудь в этот раз или нет? Сестренку найдете или нет? Ну давайте посмотрим. О, это. Кичейн. У меня тоже такой кичейн. Да, у вас... Ну-ка. Какая у тебя попалась? Это первый у тебя попался? Да. Теперь тебе второй нужно искать. Смотрите, какой красивый попался. Ух ты, хорошенький какой. Так, как он называется, интересно? Он называется... Little Black Tie. That's your name. Смотрите, какая сумочка попалась на Сабринке. Ну-ка, давай ставь сюда сумочку. Да, ух ты, она в форме какого-то глобуса. Интересно, это какая-то фэнтези сумка. Давай, посади ее туда. Мама, у нас тут самые вещи. Это куколка. Суска. Какая хорошая. Чиз. Смотрите, какая хорошая. А что еще попалось у тебя? Давай, открывай. А блюзи right now. Вау, у Сабринки попался, который... Очечки. Очечки для сестры. У меня тоже самый опять кичейн. Я выиграю, потому что у меня две штуки. Амирчик, а у тебя что еще попалось, кроме сумочки? Амирчик, у тебя кроме сумочки что попалось? У меня закончилось. Кроме сумочки еще что-то там должно было? А где она? Ну давай поищем. Ну что у Сабринки попалось? Не знаю. Я думаю, у Сабринки попался, посмотрите, какой-то очень интересный, маленький, которого нету здесь в каталоге. В каталоге, да. Мы смотрим на каталог, и тут его нет.
Это, наверное, какой-то сюрприз. Да, какой-то он сюрприз из этого попался, что его в каталоге нет. О, китчейн! О, смотри! Look at his boots! I got китчейн! Look at his boots! Ну, давай, клади бутс рядышком. Рядышком клади, потому что для другой сиклон. А бутс это для кого? Для вот этой? Да. О, ты нашел их? Да. Ну, давай, смотри. Мы уже потеряли. Смотри, это большая сестричка и большая сумка. Ну, я думаю, да, большая сумка для сестры и все остальное тоже для сестры. Нет никакого. У нас даже еще майя. Видите, у Сабринки в голову. Вот, this is mine. No, it's mine. Нет, она другая. Смотрите, какая следующая. У Сабринки попалась. Посмотрите, какая интересная. Так, как она интересно называется? Look, a flag. Вот она, я нашла. BRQT. Интересное название. Смотрите, что это? Давай. Нам покажи. Ой, это remote control. Это управление для игр. Наверное, смогу как-то и закрыть. О, смотрите, я закрыла бэкпэк. Видели? Yeah. Вот, ставлю. У этого самый бэкпэк. У этого самый стикер. Стикеры? Ну, ты давай продолжай. Я продолжаю. Продолжайте. Ура, снимаем. А у меня три розовых. Смотрите, Сабрина открыла три. А мир открыл только два. Нет, но ни у кого, ну ты почти третий открыл, но почему-то ни у кого еще не попался маленькая сестричка. У меня уже три сестренки. Вот какие три. Еще не попали. Смотрите, у Амирчика две. У меня шапочка такая. Шапочка, да, но открывает он третью, потому что Сабрина уже четвертую открывает. Сабрина сейчас еще и выиграет, поэтому давай. И вкусняшки покажу. Ну, конечно, ты за вкусняшки все сделаешь. Я кидаю на мусор. Смотри, на мусор, как мусор. Но мусор придется тебе убирать. Я тебе. О, какая у тебя? We have the same. Они похожи, да, чем-то, но нет. Волосы разные. Нет, тот самый. Last time we had the same thumbs up. Дай посмотрю. У нас у самый. Смотрите, какая. Так нечестно. А, называется как-то Springs. Springs называется. У меня водная. Ух ты, какая красивенькая. Попадется, нет? Давай. Нет, а
это не кухон? А, это кухон. Давай, открывай. Ну, это помощь. Это помощь? Давай поможем. Я могу выбраться. Это кадрки полкают, это мои друзья. Давай. У Сабринки попалась такая куколка. О, какая красивая! Покажи, я ей смотрю. Чики Бэйби называется. Чики Бэйби называется. Да, чики. Не чики, а чики Бэйби. Мне нравится. Мне нравится? Чики. Смотрите сумку, блин. Смотрите, какая есть. We have the same. Ну, да. Немножко они разные. Смотрите, вот. Вот, двигаем. Немножко падает. У меня опять розовый. Они, видишь, все розовые. Кроме одного, золотого. Ну, чуть-чуть. Ай, голову из бутылком. У меня чуть-чуть. Ну, стикеры они в каждом. Это вам подсказка такая. Мама! Ну, что у вас попалось еще? Не знаю. Я еще кучу закрыл. Еще сестренку никто не нашел? Сестренку нашли, нет? Шапочку вот сюда давай. Опа! А где еще? Что там попало? Смотри, книжечка. Смотри, какая мне кукла попалась. Да. Ну-ка посмотрим, что там за кукла попалась. I got kitchen. Ну-ка. Интересно, что это за кукла? Какая-то непонятная. Смотрите. Потому как у нее какая-то хиповая сумка. Непонятно для кого. I have four keychains. У меня есть Little Super Baby. Мами! Да, Little Super Baby. Ну почему-то, посмотрите, вы уже столько пооткрывали, а вам еще сестры не попались. Я вообще не уверена, если вы сегодня будете конфеты кушать. Почему-то вам сегодня не очень везет. Интересно, почему? Знаешь? Нет? Нет. Мы, наверное, не получим. О, а это что такое? Раки, я не знаю. Мы не получим, наверное, самим. Сейчас второй его открываем. Наверное, они сегодня останутся без вкусняшек. Ага. Интересно. Тогда я их все съем. Можно? Нет, но я буду худой живот. Ха. Это второй золотой у Сабрины сюрприз попался. Нет, у тебя такой нету. У тебя другая. Ты чего было? Ну, вчера. У тебя вчера было с другой коробки. А, кстати, вчера у тебя не было такой. Ты вчера другие открывала. Так, что еще там у вас? Ну-ка. Кичейн, золотой кичейн попался. Вот, смотрите, как всегда. О, ребятки, я не открывала. Ну, давай, открывай. Смотри, я не хотела
Давай, открывай. Что это было, ребят, шляпки? Ну, не знаю, лучше открывай. Смотри, о, это что, какая-то корона? Нет, она садится. На нее? Ну, да, смотри, как я рву. Ну, вот так не было. Нет, я думала, она летала. Она, наверное. Это, наверное, это для большой куклы. У тебя, кстати, такая большая кукла есть. В другой коробке ты открывала, ты можешь ее на нее одеть. Я не хочу. Так, мама помогает открывать. А Мирчик помогает открывать. И о, это что, капкейк? Нет, пироженка. Пироженка? О, какое красивое пироженка. Смотрите, желтое. Попался нам желтый в этот раз. У него сидела вот такая бейбичка, сестренка. Вот какая сестренка сидела. У сестренки что это еще было? Я не знаю. О! Ну кидай так все ближе. Теннисная ракетка. Посмотрите, какая у сестренки была у этой. Что еще? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посмотрите, как теннисный мячик, сумочка, как теннисный мячик. Посмотрите, теннисная ракетка, сестренка. Сабрин, не кидай сюда, куда складывать? Странная, да? Ну нет, красиво, посмотрите, как теннисный мячик. Смотрите, какая красота. Вот. Это Сабрина попалась. Это твоя, это я тебе помогала открывать. Твоя? Да. Это твоя тоже? Ну это же я тебе помогаю, смотри. Значит твоя. Кичей. Кичей. Вот она, кичей. Ну сколько у нас уже? А кто мне не дал ботиночки? Вот кто открыл? У тебя вторая попалась? Да. А где ботиночки для нее? Да, это моя, это мне попалась. Я знаю, это попалась, но это... А ты мне дал. Давай мне. Нет, у нее ботиночек нету. Ищите ботиночки. А ты мне дал. Это для большой куклы. А ботиночек нету у нас. Где ее ботиночки? Записала ножики. Ну поставь. Ух ты, спортивная какая. Так, ну-ка давайте. Я Миру опять помогаю открывать. У тебя нету такой? Нет. Нету у тебя такой еще? Кладила сюда. У меня опять же. Давай посмотрим, что это там. Я помогаю открывать. Ну, сам открывай, я тебе другу помогаю. Сам все открывай. Я тебе другу помогаю открывать. Сумка. Ну открывай. Сумка. Это вот это. Вот это. Ой, это какая-то крутая сумка. Смотрите, какая шапка попалась. Давай, сюда клади шапку. Давай, что еще попалось? Мать, мам. Быстрее. Что попалось? Мам, открывай. Мам, открывай. Мам. Открывай. А, я не знаю, там что-то написано. Открывай. Давай. Я выиграла. Что у тебя попалось для этой шапки? Ребятки, у меня уже два. Вот тут повеял. Это просто такое. Ой, а это что такое? Смотрите, это что такое? Кто знает, что это такое? Это моя, это для меня камера была. Это такая камера? Я не пойму, что такое. Это камера. Если вы знаете, что это такое, напишите нам в комментариях. Потому что я не знаю, что это такое. Я знаю камеру. Видишь, как камера так выглядит. Вот, мам, все так, тут так показываешь. О, я не про это показываю. Вот камера. Давай. Я умный. Очень умный мальчик, поэтому давай на бейбичка, сестренка. Покажи бейбичку. Вот, смотрите, какая попалась. У меня сестра. А зачем? Вот она. Вот. Все?
вот, открываю. Да, еще да тебе один, и мне. Вот я открываю. Смотрите, что у нас, как всегда, вкладыш, коробочка. Сейчас я вам открою коробочку. О, посмотрите, какая кепка попалась. Кепка. Помоги. Вот сюда буду положить. Кепка. Это моя кепка? Своя. Помоги. Тебе поможем сейчас. Мама не может разорваться? Все пооткрывать сразу. Мамы две руки. О, Мира, попалась сестренка для Сабрины. Опа! Ура! О, I gotta lose this game. Ты уже выигрываешь, раз тут у тебя сестренка попалась. Ты уже 50% выиграла. Мама, нет. Смотрите, для сестренки у нее получается еще розовые очки. Вот для этой, для вот этой сестры. Это подарок она принесла, да? Подарок, для да. Но это пока от Мира в банке, как говорится. Ну вот, а ты ищи свою. Вот. Моя твоя? Это пока твоя, вот что она принесет в подарок своей сестре. И как всегда, что это? Какой мой? У меня опять золото попалось. Ну да. Золото. Ой, подождите, а что-то тут еще? Тут еще что-то в пакетике? Смотрите, что в пакетике? Ай, больно, больно. Смотрите, ботиночки для куклы. Чи. О, сколько у нее на подарках в сестре своей. Помоги. Я ожидала, что она твоя сестра удовольствие слушается. Вот я скажу, что это. А это не говорит. Так пусть она идет в своей сестре. Друзья! На живом мир. Смотрите, поставьте комментарии перед обоим. Какой была бы разница из супка и шапочка? Попалась. Ну что, вы все открыли? Нет, у меня еще два. Вы вторую сестренку нашли? Нет, вот у меня моя сестренка. У меня тут самая первая попалась. За два сестрички. Вот у меня моя сестренка. Вот она тоже самая попалась. Видите? Мама, сестричка. У Амира два уже попалась. Тебя в кинете, мама. А у меня моя сестричка попалась. Твоя сестренка? Да. Вот, видите, вот. А где другая сестренка? Вот. Вот она, да. Я выиграла, а телефон выиграла. Там еще есть телефон, как у этой сестренки? Открой. Давай. Ну, это ты мне хитчейн дала, телефон у тебя. Тихо, у меня нет. У тебя телефон. Вот. Давай. Положу мою рогатый пойду. Вот сюда. Это моя сумочка. Смотрите, друзья. Смотрите, смотрите. Солнце! Сейчас я сюда положу. Ух ты, какая хорошенькая. Давай. Давай я сюда. Так что мы все открыли, а второй сестренки не нашлось? Нет, нет. Нет, второй сестренки. Да это у меня сестрочки. Я выиграла. Или у нас еще один шар остался? Да, у меня. Ну давай, открывай. Может там сестренка? Потому что одну сестренку... Смотри, где сумочка для нее, вот для этой? Где сумочка? Да. Давай, открой. Ну давай, быстрее тогда. А что в том пакетике у тебя есть? Нет. Все пустое? Микрофон. О, дай посмотрю, что за микрофон. Давай покажем. Смотрите, какая куколка попалась. Это микрофон? Да. Даже на мороженое похоже. Смотрите. Ну-ка, что там еще? Давай посмотрим, что она может. И все? Нет. А сумка есть? Да. Ну, давай. Друзья, жди. Когда вам нравятся большие вещи? Поставьте комментарии. Смотрите.
красивая кепка. Ну что, последний лол? Да. Давай открывай. Может быть, там сестренка? Да, я выиграл. Ты выиграл? Потому что я нашел сестренку. Ну, может, сейчас Сабриночка тоже найдет сестренку. Ну, как не честно? Честно? Бывает. Ну, иногда люди проигрывают. Так что давай, открывай быстрее. Может быть, у тебя попадется. А вот наша сестренка, которая попалась для нашей куклы. Вот она. Уберите обои, сестрички мои. Да, только большой сестры у нас для них нет. Ну что, открывай. Зато у нас вчера мы открывали другой большой лол. У нас была вот такая кукла. Посмотрите, какая. Красивая. Я думаю, у нас сегодня попалась для нее... У нас для нее, посмотрите, попалась сегодня сестричка. Да, это ее сестренка. Вот она, видите? Да? Вот она, видите? Да. У нее будет сумка. Прически-то одинаковые, значит, сестры. А прически одинаковые? Ну, эти две близняшки, это твинс, да. Они одинаковые. Лады! Ну-ка, что там тебе попалось? Сейбон! Сейбон! Одинаковые. Это моя сестричка. И вот у нее сумочка тоже одинаковая. У меня тоже такая есть. К сожалению, нам второй сестренке не попалось. Но ничего страшного, не расстраивайтесь. В следующий раз попадется обязательно сестренка. Жена, дай мама квила. Мы открыли все лол. И кто у нас выиграл? Я. А Сабринка, ну ты не выиграла, к сожалению, сегодня. Выиграл у нас Амирчик, потому что он, у него попалась вот такая сестра. Но он выиграл на самом деле только на 50%, на половину. Потому что у него сестра попалась для Сабринкиной куклы, а не для своей куклы. Сейчас поэтому кто выигрывает? Я. Ну и ты, и Сабрина. У тебя же попалась кукла для сестренка. Да, отдал ей? Молодец, отдал ей. Пока-пока, молодцы. Пока. Мы открыли все лол, но, к сожалению, нашли только одну сестренку. Второй сестренки. Вот у меня сестрички. Да, нет, вторую сестренку. Где она сестренка? Вот она. Вот. Вот она сестренка. А второй, к сожалению, мы не нашли. У меня вот у меня еще обои сестрички. Ну, ничего страшного. На следующий раз мы найдем сестренку и ей. Пока. Вот они все. Вот они, красавицы, которые мы сегодня открыли. Это моя. Они сейчас хотят играть с Амирчиком и с Сабринкой. Нет, ну я, мой, а то если я буду вместе с моей сестрой эти выиграть, если да. победил, раз Амирчику попала сестренка, победил у нас, конечно, Амир. На самом деле нет, потому что он победил только наполовину. У него попалась литл сестренка. Для Сабрининой куклы, а не для своей. А не для своей. Не для своей. Я выиграла! Значит, победили. Ура! Ура! И Сабрина с Сабриной получают много вкусняшек. Пока-пока!